Образ мужества, отваги и чести. В преддверии 25-летия МЧС России в Самаре появилась скульптурная композиция, посвященная героическим будням сотрудников чрезвычайной службы. Напротив цирка торжественно открыли памятник российским спасателям. На мероприятии озвучили, монумент поставлен за счет внебюджетных средств. Собирательный образ сотрудника чрезвычайного ведомства создавали скульпторы Николай Куклев и Кристина Цибер. Спасатели первыми приходят на помощь. Спасатели всегда там, где человеку трудно. И я очень рад, поздравляю всех с открытием памятника в Самаре именно профессии, нашей профессии, профессии МЧС.